Эти мужчины видят друг друга второй раз в жизни, но пару дней назад они сработали не хуже профессиональной команды спасателей. Примерно в 3 часа дня, в пятницу, на улице Ленина они заметили странно двигающийся автомобиль. Первым начал действовать Сергей Васильев. Я выбежал, догнал машину, пытался открыть дверь, двери заблокированы, не смог открыть. И думаю, боковое стекло с водительской стороны разобью локтем, ударил локтем. Она как бы в себя пришла, что ли, нажала на тормоз. Я отошел, думаю, в машину сяду. Вроде притормозила, все. Смотрю, опять начала ехать. Я опять за машиной побежал. Сергей говорит, сразу понял, женщина, находившаяся за рулем, была без сознания. Выбить стекла на ходу не получилось, а машина приближалась к круговому перекрестку. Выпустить девушку без сознания на круг ее ангелы-хранители за рулем не могли, поэтому решились на крайние меры. Ишхан Калашьян остановил внедорожник, подставив свой автомобиль. Говорит, о железе в то время не думал. Страх был то, что насчет девушки, то, что жива, не жива, потому что она вообще без реакции лежала просто с открытыми глазами. Перед ВМВ остановился, подкопом принял на себя. Потом после этого уже, когда машину остановили, окно разбил, поднялся на капот, уже ногой тоже разбивал стекло. После этого уже только попали в машину мы. Машину открыли, остановили, и после этого уже пытались мужу позвонить, телефон разблокировать, не получалось. Потом скорую позвонили, гаишники приехали. Все это время Павел Урсегов и его жена двигались за неуправляемой иномаркой, аварийкой, предупреждая едущих сзади водителей. Идти на обгон опасно. А его жена вызывала скорую помощь и госавтоинспекторов. Померили пульс, положили ее в удобное положение и дожидались скорой. Долго ждали? Ну тогда каждая минута тянулась на адреналине, как будто как вечность. Пока ждали скорую, на сотовой девушке позвонил ее муж. Узнав о ситуации, срочно выехал на место. Дорожные герои передали девушку врачам. По их словам, сейчас с ней все в порядке. За разбитое стекло у владельцев иномарки претензий нет. Сами герои-автомобилисты до сих пор не осознали, что спасли чью-то жизнь. Анна Ковырзина, Павел Яскин. Новости.